Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Все томаты, томаты. Но пора уже поговорить про огурцы, потому что у многих огурцы не получаются. Сегодня я начну серию видеороликов про огурцы, про подкормки, про полив, как поливать, что делать. Все по порядку. Все. Начиная рассказывать об огурцах, вот начиная снимать эту всю видеосерию, я, конечно, как всегда, разбила все на темы. Потому что кого-то интересует только подкормки огурцов. Кто-то уже интересуется, как поливать полив. Кого-то интересует, почему крючком огурцы. Кому-то интересно, почему вообще зажелтеют и отпадают завязи. Кому-то интересно, почему корежатся листья. Кому-то интересно, как паутинный клещ избавиться. Вы понимаете, что тема огурцов, она также необъятна, как тема томатов. Но самое первое видео, именно вот это, которое я начала снимать, это общее. И направлено оно больше всего на начинающих, потому что, как бы это ни было, как бы ни звучало, это очень странно, но кто-то в этом году посеет огурцы первый раз в своей жизни, и кто-то до этого никогда не выращивал огурцы, и они у них могут не получиться от элементарного незнания. Вот сейчас я сяду, прям присяду, чтобы подольше порассказывать. Вы видите, что у меня огурцы уже не маленькие, вон они куда тянутся. Но у них здоровые зеленые листья, у них хороший внешний вид. Ну вот как, по-моему, я считаю, это несмотря на то, что вот эти огурцы я показываю, они растут в бочках, в полубочках, ну в таких, как сказать, в малообъемных тарах. Но это не важно. Можно вырастить и в одной бочке столько огурцов, что хватит и на засолку, и на еду. Сейчас я расскажу такие сведения. Я говорю, что больше для начинающих общие. Что любят огурцы? Мы должны знать, что любят огурцы. Без этого мы не получим ни большого урожая, ни вообще таких вот здоровых растений, на которых смотреть приятно. Начнем с того, что был даже вопрос, высаживать огурцы на солнце или в тени. Вы понимаете, насколько разный у нас уровень познаний про огурцов, если некоторые люди даже спрашивают, в тени высаживать или на солнце. Так вот, огурцы очень любят солнце, очень любят тепло, очень любят стабильный полив и очень любят подкормки, особенно азот. И если один из этих факторов вы не сможете выполнить, то есть он у вас выпадет, например, не будет солнца, или не будет тепла, или не будет подкормок, или не будет стабильного полива, то уже в жизни огурцов будут такие изменения, которые не позволят вам получить большой урожай. Но начну с солнца. Все знают прекрасно, что солнце растениям всем нужны, но солнце нужно больше всего огурцам. На солнце у них много завязи, на солнце у них вот эти вот огромные листья, фотосинтез, на солнце у них больше урожай. И это мы должны просто принять как аксиому, что солнечная сторона для огурцов – это наилучшее место для высадки. Но также важно и тепло, потому что иногда бывает же погода, солнышко есть, а тепла нет. Есть даже выражение «мороз и солнце – день чудесный». Нам такое не подходит. Я говорила не раз, повторю еще раз. Температура ниже 15 градусов для огурцов критична. Может быть, даже пагубна. Потому что хорошо, если кратковременное похолодание. Они еще переживут. У них листья как поникнут, потом на солнышке опять встанут. А если затяжное, и если в открытом грунте, если холодно, нет солнышка, низкая температура, многие пишут, что в этом году в тех регионах, где было холодно, у некоторых погибли огурцы, и они пересевали еще один раз. Понижение температуры ниже 15 градусов сначала приводит к торможению, то есть рост замедляется, потом совсем останавливаются у огурцов. Потом они погибают. И еще в холодный период, если идет дождь, если они в открытом грунте, начинаются и корневые гнили, и все. Это теплолюбивое растение. Солнце тепло любит. Но так же, как и солнце и тепло, тут, видите, он какой? Он и капризный. Он и такой огурец. Ему холодно не нравится, ему пасмурно не нравится.
Но с другой стороны, он любит полив, это влаголюбивое растение. Казалось бы, тот, кто любит тепло и тот, кто любит солнце, он должен любить как такой теплый прогретый грунт, но он любит частые поливы. Про то, как часто поливать, это совсем отдельная песня, потому что это зависит и от качества грунта, от водопроницаемости и от погоды, от всего. Просто я сейчас скажу, что полив должен быть стабильный, полив должен быть регулярный. Нельзя допускать пересыхания почвы. Это огурец тоже не любит. У него много пунктов. То, что люблю, то, что не люблю. Мы должны под него подстраиваться. Это более капризное растение, чем томаты. Если я про томаты говорила, ой, они живучие, у них верхушка обмерзнет, они дальше обрастают через пасынок. Главное, чтобы корень был цел, пока цел корень, томат будет обрастать бесконечное количество раз с огурцом фигушки. Если у него что-то замерзнет, ничего уже не обрастет, и сам он весь погибнет. И поэтому мы к нему всегда относимся немножко как бы более трепетно. Дальше, что он любит? Подкормки. Если мы про томаты говорили, что томаты, не дай бог, там азот лишний раз им положить в лунку, они жируют, жирование пойдет в ущерб плодоношению, то здесь совсем наоборот. Азотосодержащие подкормки огурец любит, и ему идет как раз не в ущерб плодоношения, а в плюс. Чем больше подкормок, чем больше азота, тем больше будет у нас плодов, тем больше будет урожай. Но тут нужно выбирать, ну про выбор я расскажу потом, и про подкормки. Рекомендуют один раз в неделю их подкармливать, и тогда они будут счастливы. Некоторые люди даже при каждом поливе добавляют какие-то те или иные подкормки. Но тут вот про выбор я сказала. Но тут, конечно, нужно делать выбор все-таки в пользу органических удобрений, потому что огурец, ну, по всем наблюдениям опытных огородников, по всем рекомендациям специалистов, он минеральные-то подкормки не очень уважает. Можно, конечно, чередовать одну минеральную, одну органическую, одну минеральную, одну органическую, потому что минеральные подкормки достать все равно проще. Пошел, купил в магазин. А органику нужно самим готовить, нужно где-то добывать эти вещества. Те же вот как и травяные настои, там дрожжевые подкормочки, там настои луковой шелухи, настои хлебных корок, зольные всякие. Это же нужно все готовить, возиться. Конечно, сложнее. Можно чередовать одну минералку, одну органику, а некоторые обходятся вообще только органическими удобрениями, и вы должны запомнить, что органику-то они уважают лучше огурчики, и что лучше им органику. Так, что еще сказать? А, ну про завязи. Сейчас я пройду к другим огурцам. Вот смотрите, про завязи, про недостаток им. Хоть я и говорю, что нужен азот, но им также нужен и весь комплекс вот этих макро-микроэлементов. Мы говорили в прошлом году и про желтую каемку. Я вот в этом году опять, наверное, не найду вам яркого такого примера. Есть прям эти огуречные листья с такой с ярко-желтой каймой. Это говорит о том, что им нужен калий. Потом многие, кто совсем не подкармливает, кто только вот этими травяными, дрожжевыми, они, конечно, страдают от недостатка калия. Калий, фосфор и магний. Магний в маленьких дозах можно внести в виде золы, но все-таки специалисты рекомендуют вот эти вот макро-микроэлементы хоть изредка, но добавлять в виде минеральных различных опрыскиванием, с поливом, все. И тогда у вас не будут желтеть, отсыхать, отваливаться завязи. Тогда листья у вас будут красивого зеленого цвета, хорошего размера. Вот эти высаженные у меня раньше, у меня в 4 срока я высаживала, сеяла томаты. Сейчас, ой, огурцы. Сейчас подойду к более маленьким. Вот огурчики, которые помладше, но все равно они уже все, сейчас я вам покажу. Видите, они все в маленьких огурцах. И вот в этот период, я сейчас как раз буду рассказывать о подкормках, вот в этот период, когда огурцы не только они завязались, но уже увеличиваются в размерах, им просто необходима подкормка. Подкормка и с калием, подкормка и с азотом, и со всеми-всеми прочими. Ему нужно много чего.